Злобный Росомаха, поговорим о рестлинге. Если есть на свете самая простая работа, это комментировать All Elite Wrestling для испаноязычной аудитории. У них там какая-то есть своя тусовка, которую даже испаноязычные ребята сами не слушают. Судя по отзывам, их невозможно слушать, потому что они, ну, плохо говорят по-испански. То ли это не их родной язык, то ли какой-то диалект. На самом деле пофиг. Естественно, значительная часть аудитории слушает англоязычные комментарии, потому что лучше что-то недопонять, но хотя бы услышать вменяемый голос. По-испански раньше All Elite Wrestling комментировали Громороза, Даша Гонсалес и Уилли Урбина. Громорозу почему-то считается, что надо приткнуть. Даша, ну это своя роба Даша, с ней вообще ничего не поделать. А Урбина, ну вот я не понимаю на каких основаниях. Видимо, потому что он же давно там когда-то комментировал что-то в TNA. А работа в TNA это как родимое пятно, оно с тобой на всю жизнь. Но это ладно, сейчас не про TNA, сейчас про профессионализм. Если вдруг кто упустил, то этот самый дико веселый и креативный Уилли Урбина внезапно решил посмеяться над тем, как забавно на английском звучит японская речь. Причем речь женской чемпионки All Elite Wrestling Хикару Шиды. Понимаете? Испаноязычный бездельник решил высмеять японоговорящую чемпионку. Я вкратце буквально упомяну. Шида была чемпионкой почти год. От этого чемпионства она не получила вообще ничего. Она на сложных щах смотрела какие-то матчи из зала, смотрела какие-то матчи из-под трибунных помещений, где-то выходила на дарки и другие джобервилли ради трехминутных сквошей. Пока Брит Бейкер изображала из себя хрен пойми что, она тоже сидела в зале, строила сложное лицо, подпирала подбородок руками. Короче, было очевидно, что совершенно это чемпионство никому нахрен не нужно, как бы сама Шида ни старалась. А она старалась. Конечно, этих стараний хватало чаще на промо из серии «I want you, you want me, full gear». Но это ж не только ее проблема, что девушками в All Elite Wrestling не занимается вообще никто. А если на них и обращают внимание, ну вот такие смешные пацаны, как Уилли Урбина. И самое позорное в том, что у Грома Розы тут же приключилась истерика на тему «Ой, хорош», то есть она сидит и ржет над словами Урбины. И единственный, кому хватило мозгов все это прекратить, это Роба Даша, которая сказала, что Шида нормально понимает и на английском языке. Несмотря на ее усилия, этот тупой ржач остановили далеко не сразу. Нет, позже начальство в лице Тони Хана, конечно, принесло свои извинения. Урбина был уволен. Не сразу причем, через несколько часов, пока вся эта позорная бодяга не разошлась по интернету. Но слава богу, чтоб хотя бы не спустили на тормозах. Но просто кому какая разница? Ну а вдруг Reddit не заметит? Значит, в нашей конторе все идеально, по-прежнему. Ну и так, к слову, инцидент приключился как раз накануне шоу Double or Nothing, где у Шиды была важная защита чемпионского титула. В итоге проигранная. И я, если честно, не знаю, о чем можно вообще говорить в плане профессионализма со стороны различных сотрудников в этой конторе, а латиноамериканский расист Урбина получает минус 6 звезд от VSPlanet.net, и я прошу лишь об одном. Чувак, дай бог, чтобы у тебя больше никогда не было такой простой работы, где нужно делать лишь одно – не быть расистом. Можно вообще ни хрена не делать, нести околесицу, просто молчать. Единственное – не быть расистом. Вот чтобы никогда у тебя такой работы не было, чтобы ты всегда впахивал по полной, а над тобой смеялись прямо из-за глаза. Афроамериканцы, евреи, реднеки, китайцы, восточные славяне и полный другой набор веселых и не всегда дружелюбных представителей различных национальностей. Злобный Росомаха. Услышимся.